XX, с вами Билли Вик. Всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться огромной радостью. К нам приехала 6-я посылка, и в ней находится большое количество новых кукол. Сейчас мне бы хотелось вам их представить, потому что, как я знаю, вы любите посылки. Поехали! И первое, что мне бросается в глаза, это парики и костюмы. Их здесь достаточно много. Вот, например, я держу костюм Твайлы или Твилы и ее парик. Скоро видео. Сейчас. Также здесь находится еще костюм Брайер Бьюти и ее парик. Классно. Тут также есть костюм Скелита Калаверас и ее парик. Еще я здесь нашла парик Кэти Нуар и ее костюм. Кстати, здесь есть даже микрофон, вдвойне круче. Вижу тут еще один костюм на дне коробки. Это костюм Рошель Гойл цирковой из серии Фрик Диши. И еще парик. И еще здесь есть крылья. Ю-ху! И, кстати, кто угадает, на какого же персонажа будет следующий мой мейкап-туториал, тому я передам привет в моем следующем видео, ну или предследующем, или еще. Ну, следите, короче, и обязательно все узнаете. Ну а теперь переходим к куколкам. И первое, их здесь достаточно много, поэтому трудно выбрать, с кого начинать и кого первого посмотреть. Но, ладно, посмотрим. Это Кала Мэри. Кала Мэри из серии Great Scary Reef, или же Большой Скарьерный Риф. Кала Мэри — новая героиня школы Monster High, впервые появившаяся в серии Monster High Большой Скарьерный Риф. Кала — дочь кальмара, и это очень легко определить по ее телу. Кала не только имеет 4 руки, но и 4 щупальца вместо хвоста. Кала Мэри, как и другие монстры в этой серии, умеет светиться в темноте. Продолжает серию Большой Скарьерный Риф монстряшка Поси Риф. Всевластная, немного зазнайка, всегда гордая, но в то же время отзывчивая Поси Риф — новое дополнение в коллекции куколок Monster High. Этот интересный персонаж сразу же привлек внимание многих поклонниц школы монстров. И действительно, ведь такого героя еще не было в коллекции Monster High. Поси Риф — дочь бога морей и океанов Посейдона. Девушка всегда безупречна, она живет на морской глубине, однако в то же время ужасно любит выходить наружу и наблюдать за тем, что происходит вокруг. Несмотря на свою отчужденность, Поси имеет много друзей на суше. Среди них Лагуна Блю, Спектр Вандергейст и другие персонажи школы монстров. Кто проживает на дне океана? Это Перри и Перл Серпантайн. Это дочери Гидры, которым 16 лет. Как мы видим, тело одно, головы две. В сегодняшнем видео линейку кукол Ever After High открывает замечательная Холли О'Хейр из серии Dragon Games – Драконьи игры. Приключения иверяшек продолжаются, и в этот раз подруги из знаменитой школы Ever After High отправились на игры с драконами. Ну и, конечно, Холли О'Хейр в их числе. Девушка является одной из дочерей всем известной Рапунцель. В семье она старшая, а потому когда-нибудь красотке придется повторить судьбу своей родной матери. Но девушка не отчаивается и наслаждается студенческой жизнью. Следующий персонаж – это решительная Дарлинг Чарминг. Дарлинг – дочь прекрасного принца, который появляется во множестве сказок. Мы уже видели Дарлинг в базовой коллекции, а теперь нас порадовали еще и версии драконьих игр. Какая версия лучше – решать вам. Далее у нас идет огромнейший сет, и это целых 3 новых куклы из серии Three Cast Long – Ever After High. В этот сет вошли Сириус, Хантер Хансман и Лиззи Хартс. Сам сет говорит о себе. Трикатлон – это 3 вида спорта, как биатлон, что-то типа этого, очень похоже. Ну и, собственно, ясен пень, что
как бы три вида спорта. Сири Скут у нас занимается легкой атлетикой, Хантер из лука стреляет, а Лиззи Харс играет в крокет. Ну, в общем, переходим к следующим куклам. Далее у нас идут монстряшки из серии Ghouls Getaway. Отпуск монстров, или же монстры на отдыхе. Тут такая вариация названия, поэтому это все зависит от вас, как хотите, так и называйте. Пока что у меня в моей коллекции есть Спектра и Джинафайр Лонг в этой серии. Вообще слово Getaway переводится одновременно как побег, так и отпуск. Отпуск в некотором роде и есть побег от учебы и работы. И монстрам тоже хочется отдохнуть, они ведь тоже живые существа. На начало декабря 2016 года в коллекцию входят 5 кукол. Элизабет, Джейн Булитл, Джинафайр Лонг, Спектр Вандергейст и Мелодия, в которой, причем впервые, не привязана ее сестра-близняшка Персефона, которая находится то ли под арестом, то ли она неудачно покаталась на скутере. Наряды кукол наводят на мысль об африканских или индейских шаманах, каких-то ритуальных плясках вокруг костра. И название гласит о побеге. Девчонки что, сбежали от дикарей? В глубине коробки спрятались целых 3 монстряшки из серии «Большой скарьерный риф». Это Франкенштейн, Лагуна Блю и Торелей Страйп. В этом фильме «Большой скарьерный риф» девушки отправляются на поиски новых приключений в темные неизведанные глубины океана. Чтобы совершить погружение, им приходится стать русалками. Каждая кукла получает черты рыбы, которая наиболее близка к ее характеру. Из Торелей вышла отличная крылатка, также известна как рыба-ле. Лагуна преобразилась в рыбу-парусник, а Фрэнки стала электрическим угрём. Ну и напоследок я вам оставила самую крутую куклу, наверное, года. Это Кортли Джестер из серии Way to Wonderland. Она дочь карточного Джокера. Слово «Кортли» переводится как «листивый», «угодный», «придворный», «джестер», «шут». Кстати, куколка является эксклюзивом. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, находите меня ВКонтакте и Инстаграме, если что, все ссылки в описании. Также напишите в комментарии, на какую куколку и на какого персонажа вы хотите следующий мейкап-туториал, ну или же обзор. И, возможно, ваш голос будет решающим. Be cool and crazy. Пока!